перед ним воинской славы. Это самый важный праздник в году, и я никогда не стану напоминать об этом. Многим кажется, что дни воинской славы — это только салюты и парады, но они ошибаются. Прежде всего, это память о нашем героическом прошлом. Знаешь про темные времена? Как можно этого не знать? Ладно, я расскажу. Темные времена — самый мрачный отрезок в истории Элеона. Эла исчез, и больше некому было направлять богов и бессмертных. Поэтому бессмертные нового времени, как только вошли в силу, тут же вцепились друг другу в глотки. Они боролись за влияние своих культов, и внешние враги были бы дураками, если бы не воспользовались этим. Темные времена могли закончиться полным и бесповоротным порабощением Элеона. Когда Интегратор привел свои войска на нашу планету, он не встретил серьезного сопротивления. По всем законам войны, а я говорю тебе как стратег, мы должны были проиграть, но Архей, Астерий и Криос собрали первый в истории Совет Богов. Опасность объединила нас, как не смог объединить разум. Так что, как видишь, Интегратора можно поблагодарить за вклад в будущее величие Элеона. Просто? Это было непросто. Бессмертным пришлось отказаться от амбиций и забыть старые обиды ради призрачной надежды на будущее. Элинар стал центром сопротивления, символом единства и нашей победы. Тогда, 850 лет назад, когда решалась судьба Элеона, каждый смертный и каждый бессмертный сделал все, что мог. И слава Элаю, что этого оказалось достаточно. Нет, я не так стара. Предвосхищая твой второй вопрос, нет, Герида тоже не так стара. Я много расспрашивала Астерия, Архея и Криуса, но они не любят говорить о тех днях. Даже Астерий. Это было жестокое время. Сейчас это время осталось в памяти смертных романтическим подвигом вымышленных героев. О нем поют песни и рассказывают детям сказки. Его называют «Самый темный час перед рассветом». Наверное, так и надо. Но мы, бессмертные, не вправе забывать истинную цену и должны быть готовы снова ее заплатить. Не смотри так. Сегодня ничего платить не нужно. Вольно. Разойтись и праздновать — это мой личный приказ. Сейчас кажется, что Архей и Астерий всегда были старцами, но во время битвы за Элеон они были молоды, как ты сейчас. Архей уже тогда мог побить одной левой любого мага, но еще не носил повязку и делал первые шаги на пути к званию главной занозы в заднице Элеона. Астерий носил титул чемпиона одной из провинций и был совсем не дурак подраться. Сейчас это даже представить сложно. Криус возглавлял Криомантов. Теперь он безумен, но в те времена его ум был, как и его магия, холодный, быстрый и смертоносный. Они были разными, но их объединяло одно — любовь к Элеону. Люди чувствовали это и тянулись к ним. После темных времен все трое стали настоящими полководцами. Как можно догадаться из названия, Элинар получил свое имя в честь Элая,
Элай не закладывал нашу столицу, но он родился здесь. И благодаря ему город достиг невиданного доселе уровня развития. Впрочем, как и вся планета. Раньше город назывался Аниф, а после того, как Элай стал великим богом, получил название Элинар. Если бы на месте Элая оказался другой бог, название было бы соответствующим. Можешь поэкспериментировать с известными тебе именами, выходит забавно и не всегда благозвучно. Поэтому будем считать, что с Элаем нам во всех отношениях повезло. В темные времена Элинар сильно пострадал от уличных боев, а во время Великой битвы за Элеон был совершенно разрушен. Говорят, тут было только ровное место, покрытое мусором и копотью. Элинар восстановили как символ единства и несокрушимой воли элеонцев. Некоторые считают, что теперь он даже лучше прежнего. Надеюсь, что так. Главное, что тебе нужно знать о фантомах. Они так же опасны, как и реальные противники. Фантомы появляются только в дни воинской славы. Это отголоски решающей битвы за Элеон. Сражение было таким страшным, что навсегда оставило след в информационном поле планеты. И теперь каждый год, в дни праздника, вот уже 800 лет, мы видим часть прошлого снова и снова. Многие считают это проклятием, но я считаю это традицией. Главное не подпускать фантомы к смертным. Многим кажется, что дни воинской славы — это только салюты и парады, но они ошибаются. Прежде всего, это память о нашем героическом прошлом. Лучшее, что ты можешь сделать в дни воинской славы — проверить свои силы в бою. Мы называем это воинским испытанием. Наступили дни воинской славы. Это самый важный праздник в году, и я никогда не устану напоминать об этом. Многим кажется, что дни воинской славы — это только салюты и парады, но они ошибаются. Прежде всего, это память о нашем героическом прошлом. Вас приветствует автоматизированная система военной подготовки. В боевой симуляции вы сможете сразиться с сильными механоидами. Каждое испытание доступно на стандартной или смертельной сложности. Используйте терминал, чтобы узнать подробности об испытаниях. Ежедневное испытание, где вы встречаетесь с одним противником. Каким именно, неизвестно.
Перед началом боя вам предстоит выбрать сложность. За смертельную выше награда. Вас приветствует автоматизированная система военной подготовки. Выберите сложность выполнения задания. За смертельную выше награда. На обычную проще пройти.
Вас приветствует автоматизированная система военной подготовки. Что зеленые готовят наступление? Ты при Джонасе такой не ляпни. Он бывший храмовник. Кстати, а с кем Джонас сражался? Не с зелеными, честно. Да он с кем только не сражался. И с зелеными, и со жнецами, и с мантилями. Ты его расспроси, он такое расскажет. Волосы дыбом встают. Слышал, Джонас говорил, что уходил.